количество медицинских работников, возвращающихся работать в самопровозглашенную Луганскую Народную Республику, увеличивается, сейчас медучреждения укомплектованы на 2/3, заявила министр здравоохранения ЛНР Лариса Айрапетян. Кадровый вопрос у нас улучшился, это связано с объединением некоторых медицинских учреждений, а также с тем, что у нас возвращаются медицинские работники. Многие наши города ждут специалистов, заявила Айрапетян на совещании с главами городов и районов ЛНР. Министр уточнила, что главы некоторых районов предоставляют жилье приезжающим для работы специалистам. По словам Айрапетян, на сегодняшний день по Луганску процент врачей составляет 60-70% укомплектованности, средний медперсонал – около 72%, санитарки и младший медперсонал практически полностью укомплектован. Зарплата платится, люди идут работать, подчеркнула Айрапетян. На митингах в начале апреля прошлого года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание народных республик. После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти. 2 ноября в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле прошлого года начали военную операцию против республик. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 7,9 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября прошлого года приняла уже 3 документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.